готовимся к воскресному обеду, и каждый у нас занят своим делом. Ксюшенька у нас вот начистила картошечку в мундире. А Мишка хочет съесть. Мишка хочет съесть картошку. Ты что, нет, такое? Нет, я хочу девушке сделать с картофелем. Что хочешь сделать с картофелем? Пирожок. Ну, пирожок, да. Пирожок с картофелем? Ну, у нас сладкие пирожки. Анечка у нас печет плюшки. Ань, ты что делаешь? Плюшки делаю. Ага, а что это у тебя там на плюшках сидит? А? Чего это на плюшках это сидит? Это будет тоже сладко. Колобки. Колобки. А Мишка тут картошку взял, что ты там сочинил? Какую-то шанишку делает. Говорит, что для дедушки с картошкой. Это ты что такое придумал? Ну какие? Вареник. Вареник, не вареник. Жареный. Посмотрим, печеный. Потом вареник. Попробуем. Вот, мамочка. А я тут вот сейчас салатик буду делать. Я себе... Дай нам сахар, мам. Сахар нам уже пускай не будет. Да, не надо, ну сахар вот, у нас все ингредиенты готовы. Вот это мы сварили. Значит, как там было написано по рецепту, надо было сначала обжарить в масле, потом залить водой и варить 15 минут. Вот такой был бы получился. Ага. На ложку. Ложки тут не живут. Ну все, первый пошел у нас булгур. Помидоры кубиками. Мама! Немножко. Аня чуть-чуть, что это там кто кричит? Так вот. Вот у нас тут помощница. Покажи, какие она у нас пирожки напекла. Вот такие напекла пирожки наша помощничка. Ой. Так, следующий у нас перец пошел кубиками. Зелень. Здесь заливочка, здесь оливковое масло, выжат сок лимона, и я туда бросила перчика. Это будет заправка. По рецепту там предполагается еще мята, но у нас есть вот такая сухая мята. Красивенько. Вот такая сухая мята. Я тоже хочу. Сухая мята, я туда сухую мяту брошу. Вот так сухую мяту, чтобы она вкус дала. Остальное мы в чайке заварим. Вот так вот. Сухая мята. Ну вот, все перемешиваем. Солим по вкусу. На вид красиво. Так, сейчас попробую. Вкус великолепный. Мне кажется, такой салат стоит использовать. Я его делаю первый раз. Покажи, Ксюшенька, какой там у него внутри вид. Очень вкусные, красивые. Рекомендуем. Такой салатик, не выключай. Я еще покажу, как у нас Ксюшенька картошку почистила. Мы ее вот в мундире обжариваем с луком. А мы еще забыли сюда огурчики. Вот это да, Ксюша. Я забыла сюда огурчики. Еще ну да, вот огурцы забыли. Вот что значит. Еще опыта нет. И так было вкусно. С огурцами, наверное, будет еще вкуснее. Давай. Давай-ка тут подержи, еще сними, я помешаю. Ням-ням. Ням-ням. Красивые продукты. К салату прибавилась свежесть. Еще там присутствуют нотки мяты. В общем, красота. Рекомендуем вам такой салат. Приготовила. Я очень раздражительна. Что ты приготовила? Это ты сама тарелки расставила? Да. А где ты их взяла?
шкафу. В шкафу достала? Да. Ну ты моя хозяюшка. А сколько нас тут человек? Ты много. Посчитала? Много? Да. Ты моя умничка. Ну спасибо тебе, что ты у меня такая помощничка. Да? Спасибо. Да. Деточка, мне приготовили воскресный стол. И что у нас сегодня на обед? Вот вчера мы вместе с вами делали котлетки. Пловчик такой простой. Картошка, отваренная в мундире с луком. Салат из булгура. Пирожочки. Ну вот, будем компот из вишни. Эй! Давай говори мне, что ты обычно говоришь? Колокольчик и подписку. И все, что ли, таким голосом? Ну ладно. А что, я как Олежа? Дедушке даю. Ты дедушке будешь дарить? Ну все, мы ждем дедушку, да? Кого мы ждем? Деда. Деда ждем.